Добрый вечер. Наступивший 2015 год пройдет под знаком 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Конечно же, эта тема будет в центре внимания и нашей программы. О том, какая работа идет в регионе, как живут наши ветераны. Поговорим вместе с министром труда, занятости и социального развития Архангельской области Павлом Шевелевым. Павел Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, сколько сегодня участников Великой Отечественной войны живет в Архангельской области? В нашей области на начало этого года проживает 6786 ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Вот говоря о подготовке к торжествам, можно ли сказать, что никто не будет забыт, ничто не будет забыто, насколько масштабно идет работа? Конечно же, правительство Архангельской области совместно с различными органами исполнительной власти федерального уровня в обязательном порядке проведет различные мероприятия в этом году на очень высоком уровне. Достойно мы отметим 70-летие победы Великой Отечественной войны. Я думаю, что ряд мероприятий, они уже начались, и горожане, и жители нашей области, они уже заметили. Но основная часть мероприятий будет проходить в весенний период и непосредственно перед празднованием именно 9 мая. Да. Вот если подробнее, да, может приоткрыть сегодня завесу тайны, что нас ждет? Ну, если говорить о тех мероприятиях, которые будут проходить, хотел бы упомянуть, что еще в декабре 2013 года губернатором был подписан план основных мероприятий, которые будут проводиться в преддверии праздника Великой Победы. И эти мероприятия предусматривают ряд направлений, будем так говорить. Это и мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Это предоставление различных мер социальной поддержки, улучшение, оказание помощи в медицинском обслуживании, в бытовом обслуживании. Мы проведем среди всех участников Великой Отечественной войны диспансерное обследование. Будет предоставлена возможность медицинской реабилитации. Это вот такой вид направления плана. Это как раз то, что, чем занимается ваше ведомство? Совершенно верно. Наше и совместно с Министерством здравоохранения, с лечебными учреждениями мы будем проводить такой вид мероприятий. Немаловажно говорить и о том, что победа в Великой Отечественной войне очень сильно влияет на патриотические настроения в нашем обществе. И как раз предложен ряд мероприятий, которые популяризируют среди молодежи знания о Великой Отечественной войне, воспитывают патриотизм и будут проводиться памятные мемориальные мероприятия. Это проведение паспортизации воинских захоронений, восстановление, ремонт воинских захоронений. Будет проходить Всероссийская вахта памяти в этот период. Будут проводиться различные акции, фестивали, выставки, ну и другие мероприятия. Ну, я думаю, вы согласитесь со мной, что именно на молодежь во многом, молодежь это адресован этот праздник. Да, совершенно верно. Во-первых, адресован всему нашему российскому народу, многонациональному народу. И, конечно же, основной акцент, наверное, вот в различных мероприятиях патриотического направления все-таки нужно делать именно на молодежь, чтобы молодежь знала, каким тяжелым трудом досталась эта Великая Победа. Я слышал, что будут даже учреждены медали какие-то определенные. Да, медаль, она уже утверждена, она направлена в нашу Архангельскую область, так и в другие субъекты, она уже находится у нас. И это сейчас государственная медаль? Да, это государственная медаль, которая утверждена на всероссийском уровне. И этой медалью будут награждать участников, ветеранов Великой Отечественной войны, лица, которые приравнены к этой категории на всей территории области в муниципальных образованиях. Я даже могу перечислить, какие категории получат эту медаль. Это участники Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действующих в этот период, лица, которые награждены медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за победу над Японией, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, граждане, которые работали на оккупированных территориях, несовершеннолетние узники концлагерей, ну и граждане иностранных государств, которые сражались в составе воинских формирований в этот период за нашу советскую армию.
Но если несколько отойти от плана подготовки торжества и поговорить, что называется, о дне насущном, какая работа идет уже сейчас? Вот я знаю, что идет некий мониторинг состояния условий, в которых проживают ветераны. Вот давайте об этом поговорим. Ну, нашим министерством через отделение социальной защиты населения, через комплексные центры социального обслуживания, которые представлены на всей территории области, было проведено анкетирование ветеранов Великой Отечественной войны, которое показало определенные результаты. Мы выявляли тех людей, участников боевых действий, которые, ну, в первую очередь нуждаются в улучшении жилищных условий. Во-вторых, нуждаются в определенном медицинском обследовании, может быть, в социально-бытовой помощи. И нужно сказать о том, что вот за предыдущие несколько лет, начиная с 2009 года, большая работа была организована, она выполнена. Порядка 5200 ветеранов получили жилье в нашей области, совершенно новое жилье. Работа была организована как по предоставлению непосредственно самих квартир или по выдаче денежных сертификатов. И эти сертификаты как раз направлялись на приобретение нового жилья на вторичном рынке, кто-то покупал на первичном рынке. Но часть наших ветеранов не была признана нуждающейся для улучшения жилищных условий, поэтому было принято решение на уровне правительства области о выделение денежных средств в виде субсидий на ремонт жилых помещений вот именно тем, кто в период проведения кампании по предоставлению жилья не попадал под категорию нуждающихся. Сколько таких человек и о какой сумме идет речь? По нашему мониторингу, который мы уже организовывали, вот я повторюсь, предположительно речь идет о количестве ветеранов 3200 человек. И сумма субсидий, которая будет выделяться, это 15 тысяч рублей на одного человека. Средства должны быть направлены ветеранам на непосредственно ремонтные работы, которые связаны с поклейкой, покраской, заменой оконных блоков, сантехники, вот какие-то другие виды ремонтных работ, которые мы обычно делаем в квартире. То есть это средства только областного бюджета? Это средства только областного бюджета. Вот как ими смогут распорядиться ветераны? Самостоятельно ли осваивать средства, либо они могут нанять какие-то фирмы? Ну, здесь право выбора остается за ветераном. Человек может принять абсолютно самостоятельное решение, или он заключает договор с подрядной организацией на проведение ремонтных работ, или он делает ремонт своими силами, силами своих, собственно говоря, родственников, своей семьи. Нам для отчета о израсходованной субсидии, так назовем, да, нужно будет документы, подтверждающие факт затрат на проведение ремонтных работ, или договор с подрядной организацией, соответствующей расписками о получении денег, либо чеки на предоставленные строительные материалы, если человек делает ремонт самостоятельно. Но эта процедура отчета, она максимально упрощена? Ну, я думаю, что она не сложная процедура, потому что, собственно говоря, взять чек в магазине на строительные материалы или заключить договор на проведение ремонтных работ, это сделать достаточно несложно. Вы уже упомянули о том, что шла большая работа по предоставлению жилья ветеранам. К 9 мая все участники Великой Отечественной будут встречать праздник в своих квартирах. Да. Все ветераны Великой Отечественной войны, все участники боевых действий будут встречать жилье в своих собственном, будут встречать праздник в своем собственном жилье. Если говорить о мерах социальной поддержки участников и ветеранов Великой Отечественной, что можно сказать, насколько обширен этот фронт работы? Ну, во-первых, уже государство установило достаточно неплохие меры социальной поддержки в виде дополнительной пенсии. Мы со своей стороны предусматриваем провести медицинскую диспансеризацию. Соответствующим результатом диспансеризации будет выявление там, хронических заболеваний, помощь человеку в лечении этих определенных болезней. Плюс к этому комплексные центры социального обслуживания в обязательном порядке посетят ветеранов с возможностью предоставления различных услуг социально-бытового характера. Это и услуги по, может быть, приготовлению пищи, помощи в ремонте, ну и другие виды услуг. После юбилея что планируете? Я надеюсь, что работа не ограничена только празднованием 9 мая. Ну да, конечно, совершенно верно.
праздник Великой Победы мы все с вами отметим вместе с нашими ветеранами. И, конечно же, стоит задача не забыть ни одного из участников Великой Отечественной войны, потому что на самом деле их у нас немного. И что уж греха таить, по большому счету возраст у них достаточно приличный. И нужно сохранить для нашей истории, для нашей молодежи непосредственно живых участников Великой Отечественной войны для того, чтобы передать вот ту атмосферу, передать вот весь тот патриотизм, который существовал в годы войны для нашего молодого поколения. Но воспоминания очевидцев, конечно же, они бесценны для нашей молодежи в первую очередь. Совершенно верно. Насколько персонально выстроена работа с ветеранами, насколько сотрудники социальных служб работают, что называется, точечно? Ну, я хочу сказать о том, что дана установка всем комплексным центрам социального обслуживания непосредственно посетить, без предоставления заявки, а непосредственно самим посетить участников Великой Отечественной войны. Проявить инициативу, что проявить инициативу, совершенно верно. Выявить какие-то, может быть, проблемные вопросы и постараться на месте эти вопросы решить. Вы как министр держите руку на пульсе этой работы? Конечно, мы постоянно связываемся с нашими учреждениями в области и получаем обратную связь о том, как эта работа проводится. Если резюмировать наш разговор, на ваш взгляд, в полной ли мере достаточно ли средств выделяется и будет выделяться, чтобы вот работа по поддержке ветеранов, по их поддержке, их самочувствия, их здоровья в полном объеме проводилась? Ну, наверное, всегда хочется гораздо больше того, что есть возможности, ну, исходя бюджета, из объективных реалий. Но мне кажется, что достаточно много делается со стороны государства и со стороны федерального бюджета, и со стороны бюджетов субъектов, в том числе и нашей области, для поддержки участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо большое. Спасибо. О работе, которую ведут региональные власти в рамках юбилея Великой Победы, рассказал министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Павел Шевелев, который сегодня был в центре внимания.